стали подавать для патронов. Три разных модификации. После тестирования в наших условиях нашли некоторые минусы, некоторые плюсы. Вот, вот это самая толковая из них модификация, самая удобная, скажем так. Но она самая большая, то есть неудобно в переносе. Удобно, что патроны находятся в коробке рядышком, то есть ты сразу же все. Вот, вот в этом ее удобно. Следующая модификация, она чуть похуже. Вот, хуже чем? Тем, что патроны надо держать в руке постоянно. Вот, но неудобно. Но все равно быстрее и удобнее, чем... Чем вообще руками, да. Да, что руками. И меньше места занимает. Да, и меньше места занимает. Она удобна в переноске, транспортировке. И, ну, в принципе, просто что заряжание по одному, укладка по одному патрону, чтобы... У него, скажем, был какой-то маленький этот кармашек для того, чтобы их можно хотя бы было 10-15 штук высыпать. Было бы намного удобнее. То есть вот сюда, в эту область, какой-то кармашек придумать, чтобы вот она вот такая была. Была бы. Неудобный вариант. Неудобство его состоит в том, что заряжается малое количество патронов. Для того, чтобы 30 патронный магазин зарядить, надо три раза подавать чем. Вот это вот. Это у меня уже второй раз. Вот. Ну, в общем, три раза надо хватать. А если, например, там 45 патронный магазин, так там вообще надо будет добиваться. Нужно еще несколько патронов. Вот. Ну а в целом вообще вещь хорошая. Классная, да, удобная. Да, удобная. Так что спасибо большое. Первый и второй вариант вообще супер. Да, первые и вторые варианты вот эти вот. Вот эти вот два. Они максимально пригодны для наших условий, для наших. Ну и самое удобное, раз и все, удобное. Быстро, да. Поэтому... Спасибо огромное. Да.